Хорошо прошли «Динамо Москва» перекладину, за исключением падения Никиты Нагорного, конечно, но впереди еще несколько снарядов будет. А вот Глотовы из Тульской области, оттуда, откуда уже чемпионы мира были. Так что тут всегда можно ждать хорошей работы. И пока она с этим справляется, чувствуется еще не очень взрослая, но уже многому научилась. Молодцом, молодцом, давай в таком же темпе и докати до конца. Перелетаем. Все четко, хорошо. Поворотик ножки немножко стриганули. Так, и в соскок. Стоим. Ну и умница. Это была Глотова из Тульской области.